Мы поднимаем руку, задаем вопрос, представляемся, все как вы знаете. Окей. Предлагаю начать. Пожалуйста. Конечно, коллеги, с утра настроение хорошее, поэтому давайте начнем работать. И оно всегда хорошее, независимо от ситуации. Режиссер, скажите, пожалуйста, что дальше? Монолог «Хорошее настроение». Так, окей. Все, приготовились. Тишина хорошо. На площадке. Снимаем. Йоу! Звоню в Москву, а что это вот там за товарищ? Это, говорит, общеизвестный товарищ, который пишет на всех, везде и всегда, то есть как бы по всем процессам, но его как торпеду используют в определенных ситуациях, то есть как бы, ну, видно, что ну, человек только этим занимается в данном случае, написанием жалоб. Куда девался хляусник сосед? Жить без него меня берет кручина. Думаю, что мы найдем рецепт против вот таких товарищей. Полагаю, ты уже знаком с этим зельем? К сожалению, когда доходит до дела и начинаем обсуждать конкретные проекты, ну, заслушиваем там вплоть до того, что подрядчиков, когда с экспертизой собираем, проясняем, почему, я говорю, в детском саду сауну с бассейном запланировали, да, там, ну, как бы вот сидим в деталях, разбираемся. Отправил на Хлупина туда Виталия Германовича. Поэтому вот на сегодняшний час, это я еще не говорю, я еще не принял решение в отношении первых лиц, но сегодня, то есть, решение однозначное, там зам будет уволен по статье, служебное расследование покажет, нужно ли министру дополнительно вправить мозги. Если будет нужно, я точно так же это сделаю. Стараюсь максимально дать доступ инвесторам, в том числе к себе, то есть для того, чтобы они могли озвучить свои проблемы. Чарльз, ты считаешь, твой приятель достоин быть среди нас? Мисс Поппи, уверяю, в противном случае я бы его не привез. Даже быстро отказать, это тоже говорит о качестве работы. Кива, дело не хитрое. Я открываю проект. Начав читать, я через 5 минут людям говорю, коллеги, у вас ну, в данном случае ничего не получится. Зайчик. Твой старый друг Чарльз облажался. Подробностей не будет, они тебе ни к чему. Просто сунь его в мясорубку, ладно? Все, развернулись, ушли, все, никаких вопросов нет. У меня и собака, и кот есть, то есть оба боевые, поэтому там выполняют любые задачи. Так что что-то надо менять, детально сейчас сидим, разбираемся. Опять же, я сам погружаюсь в детали, то есть скоро смогу ну, зуб вырвать, то есть как бы смогу быстро, коллеги, точно. Do you know about me? Я не удовлетворен, просто могу сказать, то есть поэтому я не успокоюсь и руки не опущу.